Под пристальным вниманием дорожных полицейских в очередной раз оказались автолюбители приволжской столицы. Сотрудники ГИБДД проверили транспортные средства, водители которых нарушили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. На территории города Нижнего Новгорода за истекший период пострадало 16 пассажиров несовершеннолетних. За 3 часа работы автополицейские остановили и проверили более 130 автомобилей и выявили 9 фактов нарушения правил перевозки детей. Всем нарушителям госавтоинспекторы напомнили, что дети – это самое дорогое, и к их безопасности нужно относиться с повышенным вниманием. Напоминаем, что за нарушение правил перевозки детей автомобильным транспортом предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.